Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте. Выполним задание номер 204А. Разберем задачу. 1000 литров бензина стоит 8500 рублей. Определите стоимость 210 литров бензина. Постарайтесь решить эту задачу, не переводя рубли в копейки. Итак, нам известно, что 1000 литров... стоит 8500 рублей. 210 литров. Неизвестно рублей. Итак, первым действием определим десятую часть общего количества бензинов. Итак, если 1000 литров стоит 8500 рублей, мы 1000 разделим на 10. Получаем 100 литров – это десятая часть. Для чего мы это сделали? Так как сказано, что нужно определить стоимость 210 литров, а это 2 сотни. Дальше, второе действие. Теперь 8500 разделим на 100. Так как при делении на 100 мы получаем как раз десятую часть, то видим, что 85 рублей это будет стоить 10 литров бензина. Теперь нужно найти десятую часть от 210 литров. То есть 210 поделим на 10. Получаем 21 литр. Это тоже десятая часть. Что мы видим? Мы нашли, десятая часть стоит 85 рублей. То есть 10 литров бензина стоит 85 рублей. 21 литр – это и есть десятая часть. То есть теперь, чтобы узнать, сколько же стоят эти 210 литров, нужно 85 умножить на 21. Итак, умножаем сразу столбик 85. На 21. 1жды 5 – 5, 1жды 8 – 8. 2жды 5 – 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 8 и 2 – 16, и 1 – 17. Теперь это складываем. Получаем 1785 рублей. Стоит 210 литров бензина. Ответ записываем. 1785 рублей. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!